Не долларом единым жив человек. Есть вещи, куда важнее колебания зеленого. В этом признались актюбинцы, собравшиеся в воскресенье в ретро-парке по случаю старта нового сезона «Актобе-радио». Погода была на стороне радийщиков. Популярные песни, в том числе прошлых лет, в живом исполнении местных артистов люди слушали под открытым небом. Все то время, что длился концерт, по городу кружили местные байкеры с флагами «Актобе-радио». Так что музыка на волне 101.4 FM перемежалась с рокотом мотоциклов. Байкеры выходили в прямой эфир. Отправляем байкеров, держите нас в курсе дела! На волне в этот день была и актюбинка Наталья Рыжова. Стилист с многолетним стажем пришла на концерт во всеоружие. Модная прическа, новенький клатч, нарядное платье. Актобе-радио в этот день можно было не только послушать, но и увидеть. Рыжова с удовольствием общалась со своими любимыми ведущими и даже выступила на сцене с сольным номером. От нового радийного сезона она ждет интересных новостей, красивой музыки и отличного настроения. Нам это помогает жизнь. Музыка для нас – это жизнь. Нам это помогает жить. Вдохновляет нас. Относимся к этому все с большой душевностью. Актюбинцы, для которых ретро-парк стал излюбленным местом для спокойного и интересного времяпровождения, рассказывали, чем им нравится Актобе-радио. По мнению горожан, эта станция для них давно стала семейной. Оттого они рады, что в новом сезоне появится еще больше новых программ и интерактива. Последние новости, что в Актюбе произошло, там политику, хозяйство. Песни, в основном песни, вы знаете, какие нам? Вот песни ретро. Песни ретро 80-х. Хотелось бы, да, очень хотелось. Все песни, и наши старинные, и молодежные, как сказать, современные. Очень хотел все послушать. В наши года все интересно. Потому что дома засиживаться не хочется. Хочется прийти, отдохнуть. Вот спасибо вам, что вы делаете для нас такие праздники. Мы просто отдыхать идем сюда. Большое-большое вам еще раз спасибо. Мы возродили утреннее шоу, где обещаем много призов, много интересных программ. Плюс у нас с отпуска возвращается программа на казахском языке с Асдасалем, 13-й раунд. Плюс у нас обновляется эфир в плане одежды, то есть диджинглы новые, добивки, погода, все это. Вся эта одежда очень новая, но она отличается от предыдущего. Ну и в преддверии данного события, чтобы как-то обозначить это не только у себя в эфире, мы решили провести концерт. Радио сейчас – это самая мобильная СМИ. То есть радио сопровождает людей не только дома, но и в машине, и на работе, и где угодно. И поэтому радио для нас – это, конечно, прежде всего оперативная информация и позитивная музыка. А музыка на Актобе-радио особая. Это музыка, которая годами становилась классикой эстрады. Отечественной, зарубежной эстрады. И поэтому наш слушатель – это взрослый слушатель, который знает толк в хорошей музыке. Мы очень рады, что сегодня вместе с нами актюбинцы открывают этот новый сезон. Ожидания горожан радийщики обещают оправдать. Новости, как всегда, будут определяющими. Качество звука и содержание эфира тоже будет на высоте. В таком формате новый сезон Актобе-радио презентуют впервые. Проанонсированный концерт собрал очень много зрителей. До самой ночи звучали не только хиты современные прошлых лет, классика и джаз, но и выступали местные молодые дарования. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт».